Ну что, ребята, у меня для вас очень хорошие новости. Мы этого все-таки дождались. Разраб у нас все-таки неожиданный, да? Получается, да. И он просто внезапно, прям сегодня, вот ночью, выпустил обнову 3.5.0. Вот тут даже доказательства есть, я вам могу показать. 3.5.0. Кстати, давайте в его уже зайдем. Новый фон есть. О, ничего себе просто! Вы чё вообще? Как? Стоп! Вы это видели? Вы это видели? Там из окна кто-то еще был, я только что увидел. Там из приватки Никиты. Вон он, там снеговик еще и был. Вон она. Нифига себе. Давайте посмотрим просто на предметы. Нифига, тут даже есть теперь какие-то... Так, ну ничего нового. Кстати, тут нового... Давайте просто все по порядку. Какие-то коробки у нас. Не обращайте внимания, что у меня не все оружие. Камеру добавили. Вот наконец-то разраб. Ее ждали многие люди. Теперь... Как? Что мы делали? Офигеть! Это слишком круто. Офигеть. Это ч... Мы чё, корм едим? Тут пиццу еще можно есть, бутерброд. Это круто. Друзья, если вам нравится, просто подпишитесь на канал, пожалуйста. Как бы обновы такие нельзя пропускать. Еще есть вот такая вот штука. Ну, короче, сами потом все посмотрите. Снеговика еще добавили. Если честно, никто не ожидал, что обнова выйдет так неожиданно. Ну, ждали мы, кстати, недолго ее, что оказалось очень удивительно. Чего добавили там везде? Вы чё, вообще, что ли? И скин не удивляйтесь, что такое. Скин, вы чё? Чёрный гусь, блин. Чё ты тут делаешь? Это просто чёрный скин. Это скин Гримаса. Откуда он тут? Еще вот такой вот есть. Ну, знаете, обнова мне очень... Что просто с такими глазами добавили? Офигеть просто. Тут ничего не добавили. Машины давайте. Машины у нас всегда добавляются. Нифига себе. Такой вот мотоцикл. У меня, как всегда, не хватает монет. Ну, конечно же. Кто ожидал, что у меня монет будет хватать вообще? Из самолетов ничего не добавили. Шляпы давайте. Я только еще шляпы не смотрела. Опачки! Вот эта шляпа мне из какого-то концепта напоминает. Наушники новые, шляпа и вот такая вот шляпа. Клюв, нифигну. Друзья, пожалуйста, подпишитесь. Надеюсь, я первый буду, кто это узнал. Нифига еще добавлю вот такие вот мобы. Отчим у нас танцует. Давайте это... How to raise Lightyear on your mobile phone. Кстати, а вдруг у лазерной винтовки что-то добавили? Так. О, что, блин? Это как? Разроб? Да что такое?
Офигеть просто! Это сумасшествие просто какое-то. Вы просто еще вот такой вот плюс добавили. Просто, разраб, тебе огромное спасибо за то, что ты создал игру Чикинган. Ну, давайте тут ничего нету. Ну, как всегда. Вот тут нету. Просто смотри. Если я хочу больше всего, знаете, какой фон? Вот этой. Вот это моя любимая карта. Где там это? Мы что смотрели? Напомните мне. Мы смотрели у нас... Кстати, мы глаза не смотрели. Сейчас возникают некоторые вопросы. Как? Так как? Просто разраб. Просто я не могу его понять. Фонарик! Фонарик! Новый предмет, фонарик! Фонарик! Офигеть! Тут. Что? Нифига себе, просто трешак какой-то. Давайте посмотрим лазерную бутылку. Ну, тут нету. Я думаю, я как всегда еще удивлюсь там. Ничего. Так. Ну, если что... Ты, походу, уже смотрел тут. Так. Из животных ничего нету. Ладно. Очень крутой. Здесь увидели? Кстати, может, тут какие пасхалки есть? Давайте зайдем под карту. Что там вертолет был? Мне очень интересно пасхалки просто. Под картой я ничего не увидел. Ну, ладно. Ну, тут точно пасхалки какие-то есть. Вот анимации я больше... У них теперь даже звуки есть. Вот раньше они какие были ненормальные. Теперь они даже вот такие крутые. Ладно, с вами был я, Никита. Всем пока.